В 2020 году на общественное голосование в рамках программы формирования комфортной городской среды было выдвинуто несколько проектов. Среди них и концепция обустройства тротуарных дорожек. Несмотря на то, что тогда наибольшее число жителей проголосовало за реконструкцию набережной, проект пешеходных дорожек также решили реализовать. Обустройство тротуаров проходит в три этапа. Первый и второй строители уже завершили. В 2020 и 2021 году новые дорожки появились в переулках Молодежные и Строителей, а также по улицам Набережная и Таежная. Этот проект очень важен для жителей городского поселения Излучинск, так как есть и территория, где будет комфортно и удобно ходить нашим гражданам. Также передвигаться на велосипеде. Устройство велодорожек у нас производится впервые. До этого на территории поселения велодорожек не было. В 2022 году новые тротуары появятся по улицам Пионерная, Энергетиков и Таежная. Всего подрядная организация обустроит более 10 тысяч метров пешеходных дорог. А длина велодорожки превысит 4 тысячи метров. Мы тут живем, мы хотим, чтобы все было благоустроено. Конечно, очень многое сделано, но еще бы делать и делать. Конечно, вот в прошлом году плиточки тротуарные это самые постелили. Очень красиво смотрится, вид совсем другой. Удобные, красивые. Можно спокойно гулять, такая атмосфера, спокойствие достается. Угу. Нравится очень. Ну, качество как вам? Вот вы уже походили по ним? Да, прикольное качество, все хорошо очень. Мне нравится лично, устраивается. Я ездил на самокате на новых тротуарах, очень хорошо. Конечно, как же не нравится-то. Кому красота не понравится. И удобно. По этим ходишь, будет запнешься, где-то ямка. А там очень удобно будет.